половодье вот весной, вот видите, вот эти, до самого дома это заливают. Тут всегда каждый год так. Из года в год уже 20 лет подряд заливает дорогу к дому Леонида Аркадьевича. А мужчине остается только показывать местные красоты. Тут даже вот земли вообще не видно. До самых... Мужики вот эти вот спрашивают, увидели, вы, говорит, как тут живете-то? Вода-то до самых домов земли не видно. Что это, у нас государство больно нищее, так, так и живем. Если с одной стороны, чтобы пройти к дому, нужно преодолеть целое море, то с другой, только преодолев грязь. Только не упадите, пожалуйста. Я один раз тут упал. У меня родственников нет, если бы сапоги бы я там переоделся, родственнику отдал, сказал, иди домой отнеси, а я ботинка так. Как я вот... Не, вот никак. Не лучше ситуация во дворе мужчины. Вода, да? Ну, просто уходить-то нет, дренажа нет. И что она вот так вот, сколько она сейчас стоять, вот. Но больше всего расстраивает Леонида Аркадьевича вода в подвале квартиры. Каждая весна вот так, так вот полностью заливает все. Мужчина не раз обращался со своими многочисленными проблемами в администрацию города. А что они ответов не присылают вообще? И линия по теме. Поэтому мужчина, чтобы раз и навсегда разрешить проблемы, просит администрацию. Либо надо дренаж делать, либо надо эти дома сносить. Надеемся, что все проблемы Леонида Аркадьевича как можно скорее разрешатся. Оксана Стяжкина, специально для программы «Вятка Тудей».